Привет, с вами Рота Дочь Плей. И да, обновление вышло. Мы ее так ждали. Да, это очень крутое обновление. Это очень и очень крутое обновление. Давайте я вам покажу, что добавили в магазин. Так, давай сюда. Первое, что нам добавили, так, в магазине, это оружие. Оружие нам добавили. Вот такой бинокль. Он очень крутой. Ладно, скины ничего не добавили, а машины, много машин добавили, посмотрите на это. Так, так, вот, автобус, вот это, и вот это, вот это, вот это, и вот это, и вот это, много машин добавили. Короче, шапка, давайте посмотрим шапок. Что у нас добавили тут? Нам добавили вот такой. И вот такие шапочки. Мне говорили, что где-то есть Хуан. Тут еще дали какой-то, добавили какой-то, я не помню, как это было, гребешок или что-то. Добавили, это старые крылья. Так. Так, я не знаю, это были, наверное, были, ладно. И глаза добавили новые. Вот они стоят 100 рублей. 100 чекинпоинтов или монеток, блин. Запутался от радости. Добавили новые животные. Лев или тигр. Хотя у него лицо как у Мадагаскара походу. Ладно, давайте проверим новые карты. Что там у нас добавили? Так, что это? Посмотрите, давайте посмотрим на первую карту. Офигеть, посмотрите на эту карту. Она очень крутая, крутая, интересная. Я помню, что эта карта была в каком-то Немесварсе. Да, я помню, что это было в Немесварсе. Ладно. Интересная карточка. Ладно. Давайте еще посмотрим карточку. Так. Ищем. Оу! Здесь добавили... Это гонки в космосе. Это был концепт от Дэна. Дэна 19К. Он крутой блогер. Это концепт от Дэна был и... Да, добавили такую уж карту. Ну, крутая карта здесь у нас. Ладно, нечего здесь смотреть. Вау, что это еще такое? Ладно, что там у нас еще есть? И еще одна карта, вот она. Что это еще такое? Это что такое? Это походу что-то... Это что такое? Я не знаю, что это такое. Здесь нельзя пролезть, а так можно. Ладно, странная карта. И режим танки. Давайте зайдем в режим танки. Что там у нас? Я за свинку играю. Давайте за петуха. Сейчас перезайдем, чтобы я был петухом. Нравится больше, чего петух. Да, блин, опять этот, как там было? Петушок. Ладно, давай убивать этого петуха. Почему бы и нет? На Росторудии тоже убиваю. Директор или что? Петушок. Понятно. Давай. Убиваем Руди, короче. И этого чела. Я думал, что он читер. Так, убиваем. Перелетный к нам пришел. Ай! Меня убил какой-то фигурал даже. Мне просто сложно его не читать. А, где он? Вот он. Я его на него нападаю. Все, я его взорву. Директор Куряника, зачем его кекать? Хорошо, что я петушок. Ладно. Все. Давай. А петухов
300. Наверное, это будет сражение или что? Давай. 30 у нас. Ай, блин. Да, где директор? 38 у нас. Ладно, давайте мы всех изорвем. О, у нас больше киллов. Давайте, давайте. Убиваем их. Ай, меня взорвали. У них 35. Где что делать? А, убиваем этих. Давай, давай, убиваем. Поражение. Нам дали 32 монет. Ура, мне дали 32 монет, хотя у меня 40. Потому что у меня было еще 10 монеток. Ладно, интересное у нас обновление было. Ну и ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.